На 420-м километре автодороги Бишкек-Ош на участке Беке-Чал перевернулась грузовая машина марки «Ман» с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций. Из-за ДТП к 9 часам утра на трассе образовалась крупная автомобильная пробка, более 500 машин. В настоящее время на месте аварии работает оперативная группа отдела чрезвычайных ситуаций города Кара-Куль, автокран и автопогрузчик.